Всем привет! Сегодня видео будет посвящено новинкам третьего каталога компании Faberlic. И кому интересно, что я приобрела в этот раз, то оставайтесь со мной. Первое, о чем я хочу рассказать, это крем. Крем Blur. Вот в такой вот упаковке он идет. В принципе, девочки уже показывали. Я думаю, кто интересуется новинками, то уже слышали отзывы. 10-32 артикул у него. 10-15 мл. На задней стороне описано, для чего крем, как он используется, и также еще внутри есть описание этого крема, что он делает. А вот в таком домике живет этот кремик, очень упаковочка такая достойная, красивая. Сам крем идет в такой упаковке, упаковка идет как стеклянная с помпой. И надавливая на помпу, крем сам поднимается, то есть весь его использовать можно. Значит, кремик такой интересный имеет эффект. И давайте, наверное, сначала зачитаю, что нам производитель обещает. Что он мгновенно будет преображать кожу за одну секунду, затушевывать поры, морщинки, выравнивать тон и матировать кожу. Ну и, наверное, сразу свои мнения об этом свойстве. То, что матирует крем этот, да, есть такой эффект матовости, но, конечно, не на весь день. Выравнивает тон. Знаете, интересное такое ощущение, когда наносите этот крем, кожа как бы белеет, более светлый тон приобретает. Но у кого есть какие-то постакне, какие-то там пятнышки или еще что-либо, нет, он не ретуширует, затушивает поры, морщинки. Я здесь тоже, если честно, особо этого не заметила. Да, конечно, поры, может быть, поменьше как-то не так видны. У меня поры расширены, поэтому моя кожа, как никто другая, может рассказать, ретуширует этот крем поры или нет. Нет, такого ретуширования, что хоп, и пор вообще не видно, такого нет. А значит, за одну секунду преображает. Ну, я говорю, за счет того, что он как-то высветляет кожу, делает чуть-чуть поровнее тон, но без тонального крема я, допустим, не могу его использовать один. Очень легкий, абсолютно комфортный крем. Здесь, да, здесь я соглашусь. Насыщает кожу кислородом. Ну, тут уже никак не проверишь. Образует прозрачную невесомую пленку, которая не препятствует свободному дыханию кожи, не стягивает, не сушит ее. Действительно, кожу не сушит, не стягивает никак, и действительно такой пленочкой покрывает, что кожа становится очень бархатистая, нежная на ощупь. Но все это за счет того, что здесь очень много в составе силиконов. Обогащен витамином А в стабильной форме, не содержит отдушек, консервантов. Крем, да, действительно такой не пахнущий. Позволяет создавать макияж любой сложности без эффекта театральной маски. Действительно, вот насчет этого пункта хочу сказать, что тональное средство, но вот этот крем очень хорошо ложится. И мне он понравился использовать его особенно вот под глазки, в тон, в зону Т. Отлично, да, ложится на него тональный крем. Если есть какие-то шелушинки, то вот это дело как-то сглаживает. Но также производитель говорит, что это не уход. Его нужно наносить на ваш дневной крем, которым вы пользуетесь. Сам кремик выглядит вот так. Он беленький, абсолютно без какого-либо тонального эффекта. Вот беленький, разносится очень хорошо. И чувствуется вот эта силиконистая текстура, как база под макияж, отличный вариант. Но хочу отметить цену. Цена у него в каталоге 899 рублей и за 15 мл. На мой взгляд, это дороговато. То есть вот я от крема не увидела того обещанного, как заявляется якобы этот крем для идеального селфи, что нанесли его и просто можете сразу фотографироваться. Нет, мне, допустим, тональный крем нужен поверх него, чтобы убрать какие-то несовершенства моей кожи. Я без этого обойтись не могу. Да, вот, может быть, у кого идеальная кожа, но это редко, если честно, встречается. Поэтому
Для меня все-таки дороговато эта вещичка, но я приобретала его с 50% скидочкой, как VIP-консультант. Дальше в этом каталоге появится новая линейка в серии оранжереи, это пион и лилия. Я себе взяла гель для душа, думаю, если аромат не понравится, так в виде геля или жидкого мыла я его использую. И в принципе я была права, не особо меня этот аромат впечатлил. На самом деле, когда я на АПЭПа только получила заказ и послушала аромат, для меня были чисто пионы. Но когда я уже дома начала его прям так досконально изучать и попробовала его в душе, для меня он пахнет розами, пахнет именно шиповником. Вот когда он цветет, вот его вот эти розы, его цветки. Я не люблю аромат роз, не люблю его особо в парфюмах и не люблю его в таких уходовых средствах. Не нравится он мне, поэтому гелем я, соответственно, осталась недовольна. Он просто гелевый, текстура не кремовая у него. Кожу, в принципе, неплохо очищает, неплохо пенится, но вот аромат меня, если честно, вообще не привлек. Дальше речь пойдет о декоративке, и набрала я себе новых лаков, там очень большая палитра, и все такие интересные, интересные оттеночки и какие-то эффекты. Я себе взяла из эффекта перца, я себе взяла два оттенка, это голубой и лимонный, вот такой, это осень как-то там называется, это иней, по-моему, не помню. В общем, фотографию я вставлю, в инстаграм я уже выставляла и мнение говорила о некоторых представителях. Значит, вот эти два оттенка, они идут как топовое покрытие, здесь блесточки, соответственно, в голубом это голубые зеленые блестки, и основа идет такая нежно-голубая, а в желтом вот желтая основа, и здесь красные, желто-оранжевые блесточки. У меня, кстати, сейчас еще есть этот лак в маникюре, но я его буду сегодня стирать. Вообще, вот эти два лака очень хорошо держатся, быстро сохнут и в одно нанесение дают много блесточек, поэтому такой как экспресс-маникюр, его нанести будет здорово, кисточка очень удобная, а ногтевую пластину хорошо захватывает, в принципе, я осталась довольна. Дальше два лака пойдут из серии шелк, в пару к тем топовым я взяла голубенький пломбир и лимонный пай, вроде бы называется вот этот желтенький. Очень нежные оттенки, пастельные, красивые, и на лето здорово будет смотреться однозначно. И сам эффект интересный, действительно какой-то эффект вот ткани, шелка присутствует. Лак вот этот вот держится, дня три будет держаться хорошо, но у меня ногти, скажу, что имеют искусственное покрытие, поэтому, может быть, они и так продержались. 3-4 дня хорошо держится, потом с кончиков чуть-чуть начинает стираться. Значит, лаки капризные, их обязательно нужно наносить в 2, а то и в 3 слоя, в 2 это надо очень хорошо постараться, потому что могут быть проплешины. Первый слой очень плешивит и полосит, второй как-то более-менее это дело выравнивает. Лаки капризные, повторюсь, но очень красивые оттенки. И последние два лака, их я еще не пробовала на ноготках, но нанесла сегодня на ромашку. Значит, первый это эффект соль, взяла я в вишневом оттенке, то ли вишневая соль, то ли как-то так назывался он, тоже топовое покрытие, и на ромашку я нанесла в один слой. Значит, наносится, как видите, такой малиновый идет, у него идет подложка малиновая, в два слоя, может быть, будет потемнее. В принципе, вишни особо я здесь не вижу, но думаю, что в два слоя потемнее будет выглядеть. Хорошо вот эти шероховатости чувствуются, беленькие, и тоже очень быстро сохнет, и такой как экспресс-маникюр, я думаю, будет неплохо держаться вот этот лак, потому что обычно с такими эффектами лаки очень хорошо держатся. И еще одного представителя из эффекта сатина я взяла, это 7220, насколько я помню, называется сочная папайя. Также на ромашечку нанесла, и это такой более матовый, даже практически матовый эффект имеет, очень интересно, очень сочный оттенок, на лето будет здорово смотреться, и я думаю, что нанесу его тоже поближе, покажу, как выглядит этот лак. Конечно, про него я сказать не могу, как он будет держаться на ноготках, но вот судя по ромашке, в
В принципе, в один слой неплохо лег, но я думаю, что два слоя все равно ему надо будет. Ну и последние две новинки, это уже и средств для дома. Я взяла вот таких вот два бутыля. Первый это в артикле 11218, концентрированное средство универсальное, эксперт очищения. Идет он для кухни, в основном использование его на кухне, что-то мыть, что-то протирать. И второе это 11217, концентрированное универсальное средство, чистота и блеск. Это уже идет для других поверхностей в доме. Это средство я использовала, когда мыла плиточный фартук, и неплохо, в принципе, он справлялся. Здесь нужно его нанести, оставить на 1-5 минут и тогда уже протирать. Хорошо он справляется с какими-то загрязнениями, жирными брызгами от печки. В принципе, понравился. Я его никак не разводила, просто на губку и на плитку разносила, потом все это смывала. 500 миллилитров здесь идет, и также здесь еще можно использовать его как столы, столешницы мыть, мыть холодильник, микроволновую печь, ну для плитки, керамики, фарфора, стекла, натурального камня. Ну вот буду использовать. Кстати, здесь его можно также разводить. Возможно, использовано средство в разведенном виде в пропорции от 1-2 к 2 до 1-5. Вот. Ну, я его таким концентрированным использовала. Следующее средство, я мыла им полы, добавляла в воду. Здесь уже есть небольшое такое предупреждение, что нужно аккуратно где-то попробовать это средство. Сначала, чтобы не испортить ваш, например, пол. Но я его разводила, совсем чуть-чуть добавляла в тазик. И, в принципе, ничего моему ламинату не случилось. Единственное, маленечко, как бы тут заявляют, что никаких разводов ничего не оставляет, но у меня ламинат оттенка темной венги, и я уже 1000 раз, конечно, пожалела, что я его выбрала, потому что на нем все видно, и немножко какие-то разводы все-таки были, не знаю, потому что до этого я какими средствами пользовалась, ничего такого не было, но надеюсь, ничего моему ламинату от этого средства не будет. Используется в зависимости от степени загрязнения 10-100 мл на 10 литров воды. Значит, для деликатных поверхностей это ламинат, линолеум, паркетная доска, ПВХ, натуральный камень, крашеные и деревянные поверхности используют большую степень разведения, в принципе, как я и делала, предварительно опробовав на небольшом участке. Еще хочу отметить то, что эти два средства имеют практически идентичный состав. Здесь всего лишь один пунктик отличается. Это в средстве для кухни. Здесь идет ксантановая камедь. А в средстве для остальной очистки квартиры здесь идет антистатическая добавка. Все. Все остальное здесь идет идентично. Поэтому не знаю, стоит ли приобретение этих двух средств раздельно, потому что, в принципе, и то, наверное, неплохо будет справляться с загрязнениями. Напоследок я покажу то, что я еще не давала своей дочери, и хочу оставить все-таки, наверное, на 8 марта ей такой небольшой подарочек. Это детский наборчик, артикул 42017. В наборчике идет 3 резиночки и на ленточке в виде кулона, но там идет бальзамчик, сердечки, такой вкусненький пахнущий бальзамчик. Резиночки, конечно, так себе, я думаю, вообще этот набор, на мой взгляд, не стоит тех денег, которые предлагаются нам в каталоге, но я думаю, будет интересно ребенку, и все-таки решила приобрести, поближе покажу. Меня Лисюша любит все такое мимимишное и всякие блески, у нее своя коробочка есть с ее косметикой, поэтому она любит все эти красотульки, и я думаю, будет рада. Ну вот, на этом все, такие новиночки я приобрела, надеюсь, видео мое было для вас полезно, поддержите меня пальчиком вверх, если это так, и до скорых встреч, пока-пока!